Катя Калашникова и Иванна Рубанчук. Девочки были всегда достойным примером для своих родных. И поэтому, я думаю, это тоже сыграло свою роль, чтобы их родители возвратились в церковь. Мой папа был президентом прихода в свое время, но когда нам было 6 лет, мы стали неактивными. Иванна, они тоже были какое-то время неактивными. Вера моих родителей немножко ослабла, и они перестали ходить в церковь. Когда мы переехали, мы сначала как не замечали, что прямо возле нашего дома есть приход. Но через неделю мы как проходили мимо, и мама говорит: «Ой, церковь Иисуса Христа святых последних дней». И она вспомнила, это церковь. Я начала слушать беседы, и каким-то образом я почувствовала, что это правильный путь, по которому я должна идти. Я приняла решение, что я крещусь. Мои родители были не против, они были за, но вместе со мной сначала как бы ходить не хотели. Девочки имеют очень сильное свидетельство. Это самое главное. Все задания и проекты в программе «Совершенствование личности» они направлены на укрепление личного свидетельства каждой девочки. Там было очень много заданий, которые помогают нам уделять больше внимания своей семье. Они учились готовить кушать дома. По программе я пошила первую юбку свою. Они научились читать регулярно Священное Писание. И сейчас я стараюсь уже читать и книгу Мормона, и Библию, и Учение Завета вместе. Вот в программе «Совершенствование личности» было много заданий о важности храма. Поэтому у нас была молодежная поездка в семинарии, и я собрала все документы, и я поехала в храм. Это не то, что было только прочитано в книжке. Они имели практику и опыт жизненный. В программе «Совершенство личности» всегда говорилось о том, что храм — это место для семьи. Я очень хотела, чтобы моя семья запечаталась на вечность в храме. И я поставила цель, чтобы когда-нибудь это было возможно. Моя мама, я старалась иногда подойти и сказать ей, что я прочитала в Священных Писаниях. Я сама не понимала, почему, как мама очень радуется все, что я делаю там, ей очень все это нравится, но она сама не приходит. Иногда бывает отчаяние даже, и тебе очень трудно поверить в то, что через какое-то время это изменится. Немножечко чувствовалось как одиночество, ну, не было поддержки, но когда я старалась выполнять все законы и читать книгу Мормона, я чувствовала эту поддержку со стороны Бога, и мне ее было тогда достаточно. Моя мама вот в один прекрасный день она решила прийти в приход в воскресенье. Один человек может изменить все вокруг себя. Если ты начинаешь с себя, имеешь смелость начать с себя, то все вокруг упорядочится в какое-то время. Через 2 года моя семья решила запечататься на вечность в храме. Девочек через выполнение проектов и заданий укреплялись их семьи. Совершенствование личности. Это совершенствовало меня. Все задания готовят нас быть вместе с Богом и быть похожими на Него. Нам не нужно никогда отчаиваться, если наши родные и близкие не с нами. Главное — подавать пример, насколько церковь меняет нашу жизнь, насколько мы счастливы в ней. И в один прекрасный момент, как эти люди созреют —